Книга «Открытым оком». Том 9. Тема «Вера». Вопрос 2278. Числа 11.25. «И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам-старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали». Как правильно понять «пророчествовать»? Предсказывать или прославлять Бога и Его чудные дела? Есть ли здесь связь с 70 апостолами? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Толкователи искусственно переносят события, слепляют их в призрачные сети, как в толковании о 153 рыбах, вытащенных Петром после воскресения Христа. Слагают сотни, десятки и единицы, приноравливая их к событиям ветхозаветным. Златоуст не советует этого делать. Лука 16:7. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы». И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». Блаженный Феофилакт поясняет эту притчу. Кавычки открыты. Всякая притча прикровенно и образно объясняет сущность какого-нибудь предмета, но не она во всем подобна тому предмету, для объяснения которого берется, поэтому не должно все части притчи изъяснять до тонкости, но, воспользовавшись предметом, насколько прилично, прочие части нужно опускать без внимания, как прибавленные для целости притчи, а с предметом, не имеющий никакого соответствия. Так нужно поступать и с предложенной притчей. Ибо если мы возьмемся до тонкой подробности объяснять все, кто домоправитель, кто приставил его к управлению, кто донес на него, кто должники, почему один должен маслом, а другой пшеницей, почему говорится, что они должны были по 100, и если все прочее вообще будем исследовать с излишним любопытством, то мы сделаем речь темной, причем вынужденные затруднениями, может быть, дойдем и до смешных объяснений. Поэтому настоящей притчи должно воспользоваться столько, сколько можно. Кавычки закрыты. Думаю, что и эти 70 никакого отношения не имеют к новозаветным апостолам, но при желании можно на них смотреть, как на тень восходящих 70 апостолов Христовых. Пророчествовать значит предсказывать что-то, проповедовать. Почему-то у толкователей много о других словах высказано, а это слово «пророчествовать» как бы заранее всем уже понятное, они обходят. Но речь ясно идет о глубокой евангельской проповеди. Пророк не только тот, кто получил от Бога само откровение, как пророк Иеремия, но пророк Иварух, который писал с его слов. Согласно этого, если ты пророчествуешь о сказанных пророчествах в Писании, то и ты провозвещаешь пророчество, видишь еще не пришедшее. Иеремия 36:4. «И призвал Иеремия Варуха, сына Нерии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему».